Первый день Адвента – это четвертое воскресенье до Рождества. В этом году он пришелся на 3 декабря. У католиков и лютеран обязательно подчеркивается, что этот день называется первое воскресенье Адвента, и он дает начало глубоким духовным размышлениям о том, кто мы есть в этом мире, о том, как нам необходимо приложить максимум усилий, чтобы сохранить свое сострадание и гуманизм, особенно в нынешнее очень сложное время, и, наверное, о том, что выстоять мы сможем только все вместе, сплотившись в единое целое, сохранив при этом любовь и уважение друг к другу не только на период предстоящего провозглашения рождественского мира, но и после него, а именно каждый день. Я несколько раз подчеркивал, что если рождественский период продолжается короткое время, то люди могли бы себе устраивать рождественское настроение каждый день. Они могли бы каждый день проявлять заботу о близких, могли бы быть каждый день благосклоннее. Все то, что мы желаем друг другу в Рождество, мы могли бы делать каждый день. Может быть, в это время главное вспомнить и о любви к ближнему, и даже поменять свое отношение к тому, с кем вы сейчас конфликтуете. Особенно, когда вокруг нас так много нуждающихся в помощи, может быть, нужно не нагнетать ненависть и искать врагов, а постараться кому-то помочь. Даже какое-нибудь доброе дело может стать тому доказательством. Небольшая помощь нуждающимся для кого-то может стать чудом, в которое очень хочется верить, особенно в такой предпраздничный период. Непростой год был, и, скорее всего, нас ждут сложные времена. Но, несмотря на это, сейчас наступает период, когда правильно было бы задуматься о самом главном. А самое главное – это наши близкие, наши дети, наша семья. И чем больше у нас будет тепла, радости, любви для них, тем больше мы будем получать от них внимания и заботы. Это как раз то, что нужно не только каждому человеку, но и всему миру. 4 недели Адвента – это пора радостного ожидания и подготовки к рождественским праздникам. Это время размышлений для того, чтобы мы подумали о том, что в жизни важно, а что не очень. Теперь каждое воскресенье до наступления Рождества будут зажигаться свечи. Что же касается самой ярмарки на Ратушной площади, то она будет работать до 7 января. Сергей Овчинков, Роман Васильев. Новости Таллина.